С каждым месяцем растет количество обращений от потребителей электроэнергии. А как известно, в городе действовало всего одно отделение сбыта, которое уже не справлялось с возрастающим потоком клиентов. Ситуация изменилась в начале февраля. Обособленное подразделение «Тверьатомэнергосбыт» сообщает об открытии нового дополнительного офиса для приема платежей и работы с клиентами, потребителями электроэнергии города Конаково и Конаковского района. Просим посетить наш офис, расположенный по улице Баскакова, 1, на первом этаже. Режим работы офиса с 9 до 18 часов, с понедельника по четверг, а в пятницу с 9 до 16.45, выходные дни, суббота и воскресенье. Для удобства клиентов здесь одновременно работают несколько окон. Касса принимает платежи за электроэнергию, а специалисты готовы проконсультировать желающих по вопросам начисления платы или внесения изменений в данные по лицевым счетам. Пока в новом отделении ажиотажа нет, но совсем скоро придут квитанции за свет. Благодаря новому офису распределится нагрузка, а это значит, что очереди станут меньше. Теперь у граждан есть выбор, куда отправиться платить – на Энергетиков 19 или на Баскакова, дом 1.